Друзья, всем привет! Я Светлана Ага. Петра из Сан-Диего. Давайте сегодня прогуляемся на пляж, который называется Ла Хоя Ков. Это у нас такой микрорайон нашего города Сан-Диего. И порассуждаем с вами на тему, как влияют путешествия на наше здоровье. Не секрет, что путешествие обогащает нас духовно, развивает наши личностные качества и прекрасно отражается на душевном состоянии. Кроме этого, путешествие, как оказалось, весьма полезно и для нашего физического и психологического здоровья. Благодаря путешествиям мы постоянно подвергаемся воздействию разной окружающей среды, что способствует выработке сильных антител и значительно укрепляет нашу иммунную систему. Когда мы путешествуем, наш организм встречает новые микроорганизмы и борется с ними, в этот момент вырабатывает антитела, то есть укрепляет нашу иммунную систему. Путешествие снижает уровень стресса. Через 3 дня после того, как у человека начался отпуск, где-то в другом месте, в другой стране, в другом городе, человек начинает себя чувствовать гораздо лучше, у него снижается уровень тревоги. Этот эффект сохраняется в течение нескольких недель после возвращения из поездки. Путешествие благотворно влияет на состояние мозга. В путешествии мы обогащаем наш разум, мы встречаем новых людей, адаптируемся к новым ситуациям и становимся более осведомленными в глобальном плане. Это отлично. Наш новый опыт повышает гибкость мозга, позволяет сохранять остроту и четкость мышления. Пахнет медом. От этих растений пахнет медом. Есть большая связь между путешествиями и развитием творческих способностей, расширением культурного сознания, а также личностным ростом. Многие после своих путешествий, возвращаясь в свою страну, могут заняться тем, чем никогда не занимались. Например, рисовать картины, воплощать какие-то свои творческие идеи и даже, возможно, быть потом очень успешными в своей карьере.
всего этого, путешествия снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что люди, которые удаляются от своих домов и привычной своей обстановки во время отпуска, как правило, менее напряжены и тревожны. Кроме того, они имеют возможность отдохнуть от стрессовых факторов, которые, возможно, сложились на работе или именно дома, в семье, может быть, с соседями. Человек может поехать в другое место, забыть все эти факторы и расслабиться и отдохнуть. Мужчины и женщины, которые ежегодно путешествуют, реже страдают от сердечных приступов и других болезней сердца. Что же еще дают путешествия? А путешествия держат наше тело в форме. Несмотря на то, что в современном мире путешествия часто сопряжены с длительными просиживаниями в салонах различных транспортных средств, они все же предоставляют множество возможностей для физической активности. Как бы так ни было, в путешествии мы ходим по улицам гораздо больше, чем дома. Даже если во время отпуска вы планируете все дни проводить на пляже, хождение по песку заставит ваши мышцы работать в 2 раза больше обычного. Самое интересное, что на Земле множество мест, обладающих целебными свойствами. Во время путешествия вы можете посетить горячие источники Турции, Исландии или Коста-Рики. Их минеральные воды улучшат вашу кожу, снимут боль и стресс, поспособствуют регенерации кожи. Кроме того, на нашей планете существуют места с энергетическими вихрями, в которых концентрируются силы Земли, активирующие исцеляющие и омолаживающие процессы. Одними из самых известных энергетических точек является Стоунхендж.
пирамиды в Египте, а также Сидона и Аризона в США. Еще интересный момент, что путешествия продлевают вашу жизнь. То, что путешествие благоприятно сказывается на нашей продолжительности жизни, это факт. Все формы путешествий, будь то локальные или глобальные, совершенствуют нашу жизнь и улучшают ее качество. Снижение стресса, поддержание оптимальной физической формы и улучшение мозговой деятельности, безусловно, повышают шансы на долгожительство. Так что, друзья, давайте путешествовать. Наше здоровье, наша жизнь, наши планы будут меняться только в лучшую сторону.
Дорогие друзья, спасибо за совместную прогулку, спасибо вам за просмотр. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь, пишите в комментариях. Если вам видеоролик понравился, можете поставить лайк. Я буду очень рада этому. И, конечно же, до новых встреч!